Так, ну что, мы собрали абрикосы, опять же за чашечкой кофе Гоу, кстати, полезного кофе вот с грибом реши. Мы собирали. Будем пить кофе, обрабатывать абрикосы и, кстати, делиться сейчас рецептами, кто что вкусненькое готовит из абрикоса, да, там? Будьте здоровы, полезно, да. Пейте кофе. У нас на Кубани делают вареники с абрикосами. Ух ты, вареники с абрикосами, это классно. Варенье абрикосовое, можно с косточкой. Косточку берешь, разбиваешь, берешь оттуда ядрышко. А вот и наши партнеры, наши друзья. Алло. Привет. Мы собрали абрикосы и сейчас будем их готовить. А у нас еще семья Селезневых как раз гостит. Давайте приезжайте быстро к нам. Давайте, все, ждем вас. Вот еще партнеры наши. Елена Еремеева, Алексей Нестеров. О, друзья, супер, к нам сейчас еще семья приедет. Елена и Алексей. Классно, семейный бизнес. Ждем их. Вот будем абрикосы пить и делиться, кто как зарабатывает. Да-да-да, ждем-ждем. Ребятки приехали. Все, наши армельки приехали. Привет! 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 Все. Наша ты семья Еремеевых, Нестеровых и семья Селезневых. Привет! Привет! С приездом! Варить варенье будем. Привет! Армель в Ейске! Оренбург в Ейске! В общем, ребят, мы тут с Жанной с утра собрали абрикосы. Сейчас мы их обрабатываем и решили поделиться, кто как абрикосы перерабатывает. У вас есть какие-нибудь секретики? Я в том перерабатываю. О, кстати, самый, наверное, такой уникальный способ, да, перерабатывать сразу. Вот я, наверное, тоже. Вот я вам показываю уже, как я ртом тоже перерабатываю, как Леша. Мне кажется, зрители, которые будут смотреть это видео, будут прям слюной отходить. А у нас, знаете, есть такой рецепт. Мне варенье варить некогда. Вот варенье. Варенье я буду, наверное, на пенсии варить. Я ягоду либо на мясорубке, либо блендером перекручиваю. И килограмм на килограмм сахаром. И в заморозку. И зимой, как мягкое мороженое можно. И добавлять творог. Очень вкусно. Прям рекомендую. Наверное, с абрикосами тоже будет очень вкусно. О, прикол. Я, смотри, сейчас съел абрикос и выпил кофе. Выпил, и у меня получился, да. И ты абрикосовый выпил кофе Армель. И, между прочим, новый вкус. Ты выпил мой кофе. Я тут не совсем, но он стал абрикосовым. Я, если честно, варенье не делаю, но я люблю вот все абрикосы тоже замораживать. Мы с Алексеем очень любим смузи делать. Смузи? Да, кстати. И на самом деле кофе тоже прикольно туда добавлять. Такой интересные вкусы получаются. Кстати, сегодня так классно получается, что мы общаемся с семьями в Армель. Заметили, да? Вчера мы приехали к Жанне с Сашей. Да, мы семья, кстати, тоже, который бизнес укрепил нашу семью. Не, Армель, это вообще супер. Еще будет укреплять. Были на свадьбе. Да. На свадьбе было много. Ой, а семей сколько было, да. У нас очень понравились ребята украинские с Белгорода, тоже семейная пара. Ну, кстати, я заметил, что в тех сетевых компаниях, в которых пропагандируются семейные ценности, они намного крепче, и даже когда у компании есть определенные трудности, у всех, да, спады, там, продаж и так далее, семейный бизнес, он, дружба с семьями, она заставляет удерживаться лидеров, да, и удерживать товарооборот. Поэтому Армель, конечно, она в этом плане уникальная компания. Кстати, да, очень классная сейчас тема прозвучала. Не во всех же компаниях можно найти вторую половину. Кстати, но есть, да, вот чисто женские компании, есть чисто мужские, да, где именно пропагандируют, что у нас чисто там мужской бизнес, мы женщины берем, либо наоборот. А такие компании, они классны тем, что, возможно, сегодня у вас нет второй половины, а
компаний можно найти. Причем найти можно человека с нормальной жизненной позицией, да, то есть не какого-нибудь там лоботряса, ну, вот, кстати, да, а именно с пониманием жизни, то есть, ну, поняли, да, о чем я хотела сказать? Да, который стремится. Тема хорошая, чем то, что вот наш Артем Тимофеев, он как раз же очень долго искал себе спутницу жизни, и именно в Армель он только и нашел ту девушку, которая, о какой он мечтал. Часто нам рассказывают, какая она должна быть. Кстати, поэтому, друзья, если вы ищете вторую половину, если у вас не все в порядке с семейной жизнью, вот, обратите внимание, потому что деньги – это еще не все главное, хотя в компании «Армель» и есть хороший достаток, компания на хорошей волне, на росте, на котором можно зарабатывать хорошие деньги. Но еще и самый важный момент – это вот семейные ценности, которые здесь образовались посредством тех людей, которые пришли и начали развивать этот бизнес. Но, соответственно, конечно, все это дело идет из головы. Мы смотрим на нашего президента, это семья Демидовых, да, и действительно пример такой пример для подражания. И, по сути дела, подобное притягивается подобным. Поэтому, наверное, так и происходит. Вот, поэтому такие встречи, посиделки. А даже наша структура, вот наша команда, нас семья пригласила. Мы семья, вы семья. Семейный бизнес. Очень нравится мне вообще, на самом деле, то, что в нашей компании вообще не только семья, но еще и дружба пропагандируется. И вот даже взять свадьбу, которая была, сколько приехало партнеров с разных структур, с разных городов. Городов, да. Даже, кстати, атмосфера чувствовалась, да? Да. Вот это то, что нельзя сыграть, да? Это можно только прочувствовать. И действительно, ребята так вот с душой подошли. И подготовили. Подготовили. Ведущие армейки были. И как-то действительно вот такое чувство, что мероприятие носило какой-то окружающий характер, да? Ой, а как здорово, когда песни пели, гимн наш, все вместе. Это очень здорово было. А самое, мне, знаете, что еще очень понравилось, когда были же гости, которые с сетевым маркетингом вообще не связаны, в принципе, так. И когда они увидели изнутри, кто на самом деле такие сетевики в Армель, что такое Армель, и много людей на следующий день уже убедилось в том, что это хороший бизнес. Оказалось, что это не те люди, да, которые пришли на свадьбу с каталогами. Да-да-да. Слушайте, а давайте тогда... Давайте нашим зрителям, ведь наверняка же смотрят те, кто не понимает, что такое сетевой. И как вот можно понять, да, что такое сетевой? У нас скоро, совсем скоро будет событие, на которое вы можете прочувствовать эту атмосферу. И кто бы вам что ни говорил, что сетевой – это лохотрон, или наоборот, что сетевой – это классно, что тут можно деньги зарабатывать, вы должны сами понять, да, что это такое, если вы взрослый человек и адекватно воспринимаете информацию, только вы можете сделать выбор, да, в ту или иную сторону. Поэтому, кстати, приглашаем вас на премиум 2018, который будет в октябре в Москве, в Крокус Сити Холл, где вы сможете именно посмотреть атмосферу, посмотреть людей, возможно, с кем-то познакомиться. Как произошло у нас в прошлом году. Приезжайте. Кстати, 100% вы можете познакомиться с нами, если вы еще с нами не знакомы, но у вас есть желание с нами познакомиться. И еще вы увидите очень большое количество таких же семейных пар, семейных ценности, которые мы несем в нашей компании. Ну и, соответственно, тогда примите решение, насколько вам здесь будет комфортно, и, возможно, действительно, вы сможете и найти свою вторую половину, как это произошло с нашим партнером, да, Артемом Тимофеевым, да. И уверен, что это не последнее такое событие, да. Вот, кстати, еще и параллельная организация Алексея, да, у нас тоже был на свадьбе. Да. Кстати, у них тоже намечается свадьба, тоже благодаря сетевому бизнесу. Так что, друзья, семейные ценности превыше всего в нашей замечательной компании, компании «Армель». До связи. Пока-пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.